Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение игры Horizon Zero Dawn. В предыдущей серии Раст героически погиб, спасая нас, и бабулька, которая нам постоянно помогала, принесла нас сюда, с другими людьми. Но забрали мой визор, все оружие, и здесь никого нет. Надо пойти осмотреться, посмотреть вообще, кто здесь есть. Что-то пищало, я слышал. Так, налево, направо. Ну, давай сначала направо. Там что-то виднеется. Моя одежда, хорошо. Но где мой визор? А, вот он. Я внутри священной горы, но сюда же пускают только матриархов. Угу. А вдруг ты стала матриархом? Я своего лука и поврежденного визора, который сняла с того убийцы. Где они? Ну, нам в любом случае сюда. Ну, давай для начала осмотримся. Может, тут есть что-нибудь еще? Никаких артефактов одни. Так, направо. Здесь я его не найду. Я еще не проверил вот эту пещерку. Просто для того, чтобы убедиться, что ничего нет. Мне пора идти. Да иду я, иду, хоть болтать уже. Какой-то сигнал. Так, направо, налево. Похоже на те руины. Вот он. И остальные мои вещи. Отлично. Забирай. Всем командирам приостановить раскопки и проследовать цели. Избегайте контактов с дикарями Нора. Если вас заметят, убейте свидетелей. Вот изображение цели. Не подведите. Какой цели? С чего ты взял, что я боюсь? Через визор Олина. Как это возможно? Тогда быстрее. Я иду. Проводится опознание. Слушать теперь надо не Теда, а меня. Это ясно? А это откуда? И кто? Убить, потому что я похожа. Элой, ты очнулась. Так это вы? Скорее, идем со мной. Куда? Туда, где ты родилась, Элой. И где, интересно, Элой родилась? Так, ну, скорее всего, ее хотят убить не потому, что она похожа, а потому, что она ее дочь. Но за что? То есть конкретная цель.
тотемы, блин. У них есть технологии, есть роботы, они могли бы как-то продвинуться в будущее, живут как реально аборигены какие-то. Здесь ничего нету, так что пойдем дальше. Моя мать здесь? Я ее увижу? Мне трудно объяснить. Просто идем со мной. Да я иду, иду. Ну давай поговорим. Она мать, как я, только с короткими волосами? Нет, ты заблуждаешься. Тебя родила не женщина, Элой. Твоя мать сама гора. Я... Что? О чем вы говорите? Идем. Что это за место? Великий зал. Здесь мать сразила железного беса и родила тебя. Элой, побоище на инициации стало лишь первым несчастьем. Воины, которые пошли за убийцами, попали в засаду и в плен. Какая связь с тем, где я родилась? Я надеюсь, прямая. Здесь мы тебя нашли. Мы услышали плач, пришли, а ты лежишь. Я лежала здесь? Да. То есть я родилась за дверью? Именно в это я всегда и верила, что ты явилась из утробы горы, что ты дар от богини матери. Но другие, как Лензер, считали, что ты порождение темных сил. Не дар, а проклятие. Но это не богиня. Элой! Это дверь. За ней есть люди. Моя мать. Проводится опознание. О, глаз богини. Да, женщина. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Невозможно подтвердить личность. Нет, в доступе отказано. Нет, нет. Пожалуйста. Элой, с тобой говорила богиня. Она тебя знает. Вы не слушали? Она меня не узнала. Это из-за порчи. Богиня мне так сказала. Если ты снимешь эту порчу, она сможет тебя разглядеть. И как мне это сделать? У тебя были видения. Женщина с короткими волосами. Меня хотели убить. Из-за сходства с ней. Их сила слишком велика. Но может есть другой след? Олин, это один из чужаков на церемонии. Убийцы увидели меня его глазами. Он из Меридиана. Тебе надо покинуть священную землю. Я всю жизнь была в изгнании. Мне не привыкать. Есть другой путь. Идем. Сейчас увидишь. А, я так понимаю, очистить историю кэш не поможет, да? Ну ладно.
осталось меньше половины. Утроба горы. Так, вышло. Так кто ее мать? Та дура с Они короткими волосами? Машины извратили их, свели их с ума. Так убийцы сбежали. Да. И теперь мои сестры согласны лишь петь песни искупления и молить Великую Мать о милости. Вместо того, чтобы самим искать спасение. Сомневаюсь, что реально Элой родила гора или робот какой-нибудь. Пустить тебя в путь, чтобы ты исполнила свое предназначение. Нас ждут высшие матриархи. Ой, я подумал, что это Раст. Похож был сдалека. Ну и где ваши матриархи? Где вообще ваши воины, которые должны были охранять долину? Я показал. Сестры, богиня говорила с Элой. Она велела ей снять порчу. Но как она это сделает? Ей придется отправиться в странствие. Искатель? Так сказала богиня, значит, так надо. Избрать искателем — это отродье! Сестра! Не спорь, Лензра! Хоть сейчас! Это будет ваш грех, не мой. Отправьте ее на поиски и пусть не возвращается! Элой! Священной милостью богини мы провозглашаем тебя искателем племени Нора. Теперь ничто не помешает тебе исполнить свой долг. Да хранит и оберегает тебя Великая Мать. В добрый путь. Подготовлю все для песнопения. Мы надеемся на тебя. А что значит искатель? Это ты. А это твоя метка. Высшие матриархи в час нужды могут избрать искателя, достойного воина, который отправится на великий подвиг. И неважно, как далеко ему придется уйти. Даже за пределы священной земли? Да. И ты сможешь вернуться, достигнув цели. Или когда будет нужно. А были еще искатели? Были, но немного. И большинство из них так и не вернулись назад. Раст был искателем? Нет, не искателем. Что вы от меня скрываете? Сейчас не время, Элой. Может, в другой раз. Я могу идти, куда хочу? Без ограничений? Даже в запретные места. В грязные земли, укрытые от взора богини. Или руины Железного мира. Ясно. Что вы сделали с телом, Раста? К несчастью, от него мало что осталось. Но что нашли, мы похоронили там, где он тебя вырастил. И цветы посадили. Спасибо. Почему земли, куда не ходят Нора, зовут грязными? Это не ясно. Наша земля священна. Мы живем под присмотром великой богини, матери всего сущего. А за пределами лежит грешная земля или земля падших. Вот почему нам запрещено уходить отсюда. Но благословение Искателя тебя защитит. Почему нельзя ходить к руинам Железного мира? Это скверные места, Элой. Страшные, грешные. Как и дети железа, их построившие. Когда они восстали против Великой Матери, ее гнев снес их города, но не смыл их греха. Над руинами витает их древняя злоба, пятная всякого, кто дерзнет туда войти. Но
Я была в таком месте. Внутри оно почти такое же, как гора. Не может быть. Может. Но мне просто не дано этого понять. Надеюсь, ты сумеешь познать истину. Так племя отправило воинов на поиски убийц. Да. Но их ожидала засада. Немногие спаслись. Почти все они ранены. Где убийцы, знаете? Нет. Но спроси Варла. Это воин, который охранял врата объятий. Он вырвался из засады. Он может знать. Столько людей пострадало. Может, я могу чем-то помочь? Сейчас главное — исполнить то, что предначертано тебе Великой Матерью. Я понятия не имею, что мне предначертано. Так выясни это. Впрочем, если ты чувствуешь, Элой, что часть твоей задачи — помочь племени, так и поступи. В объятиях найдется много людей, кому нужна помощь. Наверное, мне пора. Отсюда отправляйся к вратам объятий. Поговори с Варлом. Он укажет путь до Меридиана. Если кто-то из Нора будет тебе мешать, дай им понять, что ты искатель. Хорошо. Спасибо, Тирса. Спасибо за все. Пусть хранит тебя Великая Мать, дитя. Люди, так. Утроба горы. Поговорите с Рэшем. Новым вождем. Сегодня мы будем где он? Грехи, которыми навлекли на себя эту... Молитесь, молитесь, ребятки. Вам это должно помочь. Мы примкнем... Ну а теперь, искатель, можете разговаривать. Конечно, выжила. Ты что, обалдела, что ли, тварь? Я теперь еще и искатель. Вот. Некоторые ее любят. А некоторые ненавидят. Так что это... Надо бы собрать себе травушки на дорожку. Ну и, конечно, деталь для лука. То есть стрел. Травушки, подлечимся. Все, что ли? Ну да, здесь больше ничего нету. По дороге найду. Что-то он далеко забрался. Иди-ка сюда, дружочек. Девчонка изгой идет. И пусть идет. Говори, я слушаю. Говорят... Откройте врата. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? Меня выбрали искателем. Открывайте! Тебя? Искателем? Тирса и Джеза ополоумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие, и теперь наши дети в каменных курганах. У тебя что, сердца нет? Я сражалась рядом с ними, плечом к плечу, спина к спине, до самой смерти. Был бы среди них истинный Нора, всадил бы стрелу тебе в спину. Рэш, уймись. Молчать! Я ваш вождь. А я искатель воли высших матриархов. Открой врата, и я отсюда уйду. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Что это? Тревога! Великая мать, что он с ними делает? Подчиняй.
тут навлекла теперь безродная. Убейте их! Убейте их всех! А она-то тут при чем, твою мать, дебил? И что это... А, его зовут Демон. Все, понял. Убейте демона и зараженные машины. Так, какие у меня стрелы есть? Нитемета нету. Изготовим все, что есть. Вот так. Да быстрей! Давай, есть. Минус один. Минус два. Ну, ай-яй-яй, успел. Твою мать. Ах ты ж тварь такая. О, вижу, 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 куда стрелять. Не попадешь. Отстань от меня. Да чтоб тебя, я застрял. Блин. Сейчас с управлением путаюсь. Надо бы мне колчан для стрел улучшить. Вот куда стрелять. Попал. Ой-ой-ой. Отходим. Уходим. Подальше. Держи, тварь. Блин, так кроме меня, короче, ему некого бить. Я так понял. Так, поменяй-ка я стрелы. Ну уйди от меня! Побей кого-нибудь другого, того вождя гнилого побей лучше. Не попал. Отходим. А, есть. Ну, в принципе, ему немного осталось, хотя мне тоже. Тем более у меня восстанавливания ничего нету. Надо бы себе аптечек собрать. Не попал, ублюдок. Уйди от меня. Не успел собрать. Да стреляй в него быстрей. Гори ясно, тварь. Готов. Есть. Убийц на инициации была такая же тварь. Как же она? Показывай. Ну-ка. Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так и я могу? Ну, попробуем. Если это прикрутить. Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Тэп, что ты здесь делаешь? Ты же швец, а не воин. Я пришел защищать дозор матери. Но такого увидеть никак не ожидал. Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну... На тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но... Но что?
Теперь, думаю, тебя послала богиня. Что бы Рэш ни болтал. Спасибо, Теп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Так, ну сейчас мы отправимся в путь. То есть не сейчас, а уже, наверное, в следующей серии узнаем свое предназначение. Отправимся к вратам матери. Соберем себе побольше аптечек, всяких деталей. Ну и, конечно же, починим какого-нибудь зверя. Надеюсь на это. Так, сейчас я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.